Тем, кто не хочет ограничивать свою школьную жизнь только уроками, оценками и полезными знаниями из учебников, прямая дорога в статус. Здесь старшеклассники творят, узнают, создают. Впереди у подростков целый учебный год в рядах молодежного общественного объединения. И каким он будет, решат участники слета городского союза старшеклассников. Все люди, которые связываются вообще с этой организацией, они в первую очередь люди креативные, собственно, позитивные. И хотят вообще как-то развиваться, и хотят улучшить свой город. Ученица 5-й школы Алина Борисевич, выпускница Союза детских организаций «Сияющие звезды», успела побывать председателем пионерской организации и получила звание инструктора. Этот полезный опыт Алина постарается применить в статусе. Новичок Союза старшеклассников участвует в мозговом штурме и вместе с другими ребятами разрабатывает новые идеи. У каждого человека и вообще у каждого ребенка свой взгляд. Он может увидеть ситуацию с немного другой стороны. И он скажет, а я вот предлагаю так. И всем это понравится, они действительно подумают, посмотрят вообще со стороны ребенка, как это выглядит. И они, наверное, подумают, типа, да, это действительно классно. Работа в статусе строится на нескольких принципах. Самоуправление, самостоятельность, равноправие и сотрудничество, гласность и открытость. Перед тем, как окунуться в общественную жизнь города, старшеклассники проходят подготовку в школе «Лидер». Никогда не поздно быть активным, тем более 11 класс, куда еще свой актив-то растрачивать. Сейчас приобретаю опыт общения с людьми, причем нестандартное такое общение, внеклассное такое вот, необычное. Мы говорим о тех темах, о которых обычно не говорят. Евгений Бекетов в этом году заканчивает школу и готовится поступать в ВУЗ. Но загруженность в школе, факультативы и репетиторы не мешают Жене принимать активное участие в жизни статуса. Тем более, что опыт, полученный в стенах Дворца детского творчества, поможет ему в усвоении специальности, связанной с точными науками. Физика, математика – это такие вещи, которые вот без общественной жизни или вообще без какого-то отвлечения просто невозможно делать. Я с ума сойду, если будут только одни числа, там физика. Нужно где-то участвовать еще. По итогам работы 23-го городского слета Союза старшеклассников были определены темы, которые в этом году обсудят на школе «Лидер», и сформирован ряд идей празднования предстоящего Дня Победы. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».